В Днепре становится все меньше рыбы. Ситуацию пытаются исправить в областном управлении рыбоохраны. Выпускают молодых толстолобиков. На зарыблении акватории Каховского водохранилища побывала наша съемочная группа. Заработок серебристого толстолобика ехал в цистернах из Донецка. В Дон-Рыбе заказали из-за хорошего качества. Там его давно выращивают. В Запорожье 5 цистерн прибыли под вечер. Говорят, поездку 350 тысяч толстолобиков перенесли нормально. Подрастут, будут способствовать мелиорации водоемов, поедать сине-зеленые водоросли, а через пару лет станут отличным продуктом для промысла. Вселяя данных видов рыб, мы снижаем нагрузку на основных промысловых видов рыб. И тем самым увеличиваем рыбопродуктивность наших водоемов. Выпускают толстолобика как самого неприхотливого. Некоторых видов рыб в Днепре уже нет и вряд ли появятся, говорят ихтиологи. Сказались промышленная нагрузка и браконьерские способы лова. Одна электроудочка убивает все живое в радиусе 5 метров. Так говорят рыбинспекции, в нерест уничтожили почти все маточное поголовье. С варварскими способами добычи новый начальник рыбоохраны намерен бороться всерьез. Я думаю, мы электроловы в Запорожской области все уберем. И мне хочется, чтобы все-таки всех жителей Запорожской области рыба была на столе. Такую процедуру повторяют каждый год. Для полного зарыбления акватории, говорят, надо 2 миллиона экземпляров. Пока рады тому, что удалось достать. Этот выпуск обошелся в 700 тысяч гривен.